человек, что мне очень легко адаптироваться под любую культуру. Я как хамелеон, можно сказать. Конечно же, я все равно наполовину русская, наполовину молдаванка, это все равно в моей крови, но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. И как бы через 6 месяцев меня уже люди принимали за свою. Ну, конечно же, все по-любому слышат мой маленький акцент. От него избавиться просто невозможно. Вот. Как дальше развивалась и пришла к YouTube? Вообще, я начала учиться в колледже на дизайнера интерьера. И мы переехали, мы женились с мужем, потом мы переехали в South Carolina, это прямо совсем другой конец Америки, мы жили здесь, где...